Совершенно не волнуется, девчонка, молодой человек. Аплодисменты парню, конечно. Потому что все, что будет происходить на наших с вами глазах, это не домашняя заготовка. Ты волнуешься? Нет. Нет? Ребята, вот честно, я бы на вашем месте волновался, но вы такие замечательные люди. Итак, я рассказываю, что нужно будет сделать. Ваша задача с помощью компьютера выбрать понравившуюся вам песню и выучить ее. Все понятно? Но не за 60, а за 40 минут. И затем исполнить ее здесь, на этой замечательной сцене. На протяжении всего времени, кстати, друзья, вы об этом не знаете, не знают и зрители, на протяжении всего времени вас будут снимать на видео, да, и пока вы будете готовиться, пару роликов о подготовке ребят возникнет здесь, на этом экране. Итак, друзья, вам понятны условия игры? Аплодисменты! И я приглашаю наших участников пройти вот сюда непосредственно, там уже вас встречают операторы, да-да-да-да-да. Друзья, мы продолжим буквально через одну секунду. Мы начинаем нашу концертную программу, составленную из финалистов конкурса и гостей фестиваля. Аплодисменты, друзья! Come on.
Россия, Россия, моя Россия, Россия, Россия. Ее исполнял Клаудио Джера. Мадагаскар, аплодисменты! А мы продолжаем. Чайковский, ария Ленского из оперы «Евгений Онегин» исполняет Эллио Тардив, США. Скажи.
отрывок из сказки Александра Сергеевича Пушкина о золотой рыбке. Читает Дюдо Рафат Нии Отто, Гана. Как смолится золотая рыбка, голосом молвит человечек. Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за сбитом откуп, откупишь, чем только пожелаешь. Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года, и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово. Бог с тобой, золотая рыбка. Твоего мне откупа не надо. Вступай себе в синее море. Гуляй там себе на просторе. Спасибо. Песня «Темная ночь» исполняет Фан Сюисун, КНР. Аплодисменты, друзья! Ничего не случится.
Громче аплодисменты, друзья! А мы движемся дальше. И сейчас для вас танцует ансамбль «Ровесник». Танцевальная картинка «Березовые сны». Аплодисменты! Заслуженные аплодисменты. Аплодируйте громче, они вас слышат, друзья. Не стесняйтесь. Ну что ж.
А я напоминаю, не так давно мы начали наш музыкальный конкурс, в котором приняли участие студенты двух вузов. Это МГТУ имени Баумана и Самарский государственный космический университет имени Королева. Я напоминаю, что у ребят есть 40 минут на то, чтобы из трех песен выбрать себе понравившуюся и, в общем-то, потом ее исполнить. А у нас первая видеотрансляция. Я говорил, ребята здесь недалеко. Работают все телерадиостанции мира. И, возможно, вот они, друзья. Есть только миг. Вы можете послушать каждую из них и выбрать одну из них. Слушайте, берите наушники. Вы уже знакомы с этой программой, поэтому вы знаете, как она работает. И что мы видим, друзья, начался нелегкий выбор. Кстати, можете аплодировать, они буквально вот здесь, в 20 метрах. Начался нелегкий выбор. Но рука на мышке не дрожит, и это видно, что парень уверен в себе. И обязательно чем-то нас порадует очень интересно. Камера берет средний план, и возможно, если есть такая возможность, можно попытаться разглядеть на мониторе выбор песни. Громче! Шумите, конечно! Это же ваши ребята! Вот уже у наших участников есть команда поддержки. Тоже потихонечку очаровательная девушка выбирает себе музыкальную композицию. Я напоминаю, кстати, что ребята никоим образом и не ведали, не гадали, не знали, что именно им предстоит участвовать в этом нелегком поединке. Вот заметьте, она улыбается, видимо, мелодия и песня впоследствии будут достаточно веселыми, смешными, яркими и динамичными. Первая, самая женская песня. Итак, какую песню вы выбрали? Какую песню вы выбрали? Я выбрала первую песню, а с ней идет. Хорошо, очень хороший выбор. Занимайтесь, вы знаете, как работает программа. Да, хорошо. Песню вы выбрали? Шарлин Кот. Хорошо, занимайтесь. У вас есть 30-40 минут. Итак, друзья, выбор сделан. Ваши аплодисменты! Самая женская песня и песня «Черный кот». Ну а пока ребята разучивают, мы будем двигаться далее. И сейчас перед нами возникнет приветствие студентов Института имени Пушкина. Аплодировать нужно громко! Испытания все прошли, много в Хогвартсе узнали и друзей себе нашли. В волшебстве теперь искусны, стали чудеса творить, но не можете по-русски ни читать, ни говорить. Будет сложным испытанием русский выучить язык, но я даю вам всем задание, я к отказам не привык. О, великий наш учитель! Мы согласны, как всегда. Или тихо, сейчас готовы, только ты скажи, куда. Полетите вы в Россию, думаю, лучше в Москву. Там все вузы осмотрите, подтвердите мне молву,
что в каком-то институте учат иностранцев так, что владеют русской речью словно самый лучший маг. Все, учитель, разузнаем и разыщем институт. Доброго пути желаю, с нетерпением жду вас тут. На чужой планете представить учиться мне в университете. Да чего тоскую я, не сказать словами. Плачь здесь, милые друзья, горькими слезами. На прощание пожмем мы друг другу руки, покинет тот же дом. Мученик науки, вот стою, держу метлу, через миг взлетаю. Сердце бедное, вину с грустью и печалью. Гости, стена горит волшебно. Посмотреть хочу пока, где же учатся усердно три моих ученика. Я так рада, что вы вернулись. Расскажите, не дая, как вы жили, как учились. Не прошло ли время зря? Русский выучить прекрасно трудно, честно говоря. Но решить проблему эту помогли учителя. Уроков разработан круг, чтоб каждый иностранный друг язык усвоить мог и вдруг легко заговорить. Мы диалог культур ведем, и наш международный дом наполнен светом и теплом со всех концов земли. Россияне и китайцы, турки, финны, вьетнамцы, немцы, венгры и поляки, стали мы одной семьей. Институт собрал нас вместе, чтобы было интереснее. В танцах и стихах, и в песнях стать всем русским и душой. Мы грамматику учили, говорили обо всем. Сочинения писали,
как мы весело живем с иностранными друзьями на экскурсиях в Москве, с русским другом на танцполе, на концертах и в кафе. Ну, а как же величают этот славный институт? Это имя в мире знают, Госсеряб его зовут. Зачаруем русской речью мы, надеюсь, целый свет! А мы продолжаем. И я приглашаю на эту сцену студентов Московского государственного строительного университета. Песня «Лучший город Земли». Bye.
земли. Общаться окружила, заводы окружила, общаться научила на русском языке. Великом и могучем, то в ранном, то бивучем. И вот сегодня здесь мы, от дома вдалеке. И сегодня в зале прекрасном много гостей собралось. Не впервые, но пусть нас запомнят. Мы строители, вот наш девиз. Учи, строй будущее! А мы продолжаем. И я приглашаю на эту сцену Араби Джошуа, Нигерия, с песней «Белый лебедь на пруду». Встречайте! Para baixo.
Внимание, уважаемые гости! На сцене Воронежская школа-студия Аллы Духовой «Тодес». Громче! Друзья, это был замечательный, была замечательная Воронежская школа-студия Аллы Духовой «Тодес», но, а мы можем видеть по опускающемуся экрану, что у нас снова прямое практически включение с конкурса песен. Я напоминаю, что наши участники уже достаточно длительное время готовят свои выступления, и уже буквально через несколько минут они нас чем-то порадуют, а сейчас внимание на экран. Повезет, если чернику дорогу перейдет, а пока наоборот. Пока черному коту не повезет. Можно аплодировать смелее, друзья. Повезет, повезет, если чернику дорогу перейдет, а пока наоборот. Только черному коту и не везет. И все вокруг чего-то ждет. Под этот снег, твой тихий снег. Хочу сказать при всех. Мой самый главный человек. Гляни со мной на этот снег. Учись, как то, о чем молчу, о чем сказать хочу. Громче аплодисменты, друзья! Потому что вот если бы мне предложили сделать что-то подобное, я не смог бы этого сделать просто никогда. Ребята это делают, они рядом с нами, рядом с вами. Поаплодируйте им!
еще раз, ведь действительно это с одной стороны приятная, но с другой стороны очень титаническая работа. А мы продолжаем, и я приглашаю на эту площадку Воронежский педагогический университет. Встречайте! Начинается учебный процесс в школе, пока не прозвенит звонок. Урок русского языка в современной школе. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Садитесь. Сегодня мы изучаем степень сравнения на речи. Чтобы вам было ясно, я сразу приведу пример. Берем слово «хорошо». Сравнительная степень – лучше, превосходная степень – очень хорошо, и степень, которая ни с чем не сравнится, чтобы я так жил. Понятно? Да. Тогда, Артур, возьми слово «плохо» и сделай с ним то же самое. Хуже. Прекрасно. Давай превосходную степень. Очень плохо. Великолепно. Ну и последняя степень. Чтобы вы так жили. На том и студии. Это только в русском языке на вопрос «куда» можно ответить «гулять». Это только в России. Спасибо в карман не положишь. А это что за пословица? Как мне понять? Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, у которых есть по 100 рублей. А это что за выражение? 100 пудов. Ох уж этот русский язык. А у нас случай из жизни. На том и студии. Здравствуйте, дети. Назовите слово, в котором много букв О. Молоко. Хорошо. Кто больше? Молоко вас. Отлично. Кто еще больше? Гол! В школе заболел учитель русского языка и на замену поставил математика. Какая тема последнего занятия? Падежи. Повторяем падежи. Именительный. Кто что? Родительный. Кого чего? Хорошо. Дательный. Кому? А дальше? Не помню. Так, рассчитаем математически. Неизвестное слово примем за x и составим пропорцию. X равен чего умножить на кому и разделить на кого. И сокращаем. Ко-ко, го-го. Х равен чему? На том и студии. Что и требовалось доказать. На том и студии. Хороший учитель проверяет наличие знаний, а плохой их отсутствие. Поэтому, побывав в школе, мы смогли подготовиться к фестивалю русской речи. А вы готовы? Сейчас проверим. Мы будем показывать вам движение. А потом вместе с нами вы будете повторять движение со словами «за нами». Сейчас мы покажем.
пришлось. Смотрит он в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. А теперь давайте вместе с нами. Медленно, медленно только, медленно. У оленя дом большой. Стоп, 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 стоп. Ребята, давайте вместе, вместе это сделаем. Хорошо? Медленно. У оленя дом большой, смотрит он свое окошко. Зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Хорошо, а теперь давайте чуть-чуть побыстрее. У оленя дом большой, смотрит он свое окошко. Зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Отлично, а еще побыстрее, давайте. У оленя дом большой, смотрит он свое окошко. Зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Стук, стук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Зайка, зайка, забегай, лапу мне давай. Ребят, вы молодцы! Теперь мы видим, что и вы тоже готовы к фестивалю русской речи. Вот уже 50 лет ВГУ готовит специалистов для зарубежных стран. Мы поздравляем вас с юбилеем.